Привет, мир! Привет, мир! Я обычно говорю, что у нас погода обещает сегодня быть интересной, но она сегодня не обещает быть интересной. У нас жуткое похолодание, вроде бы должно быть минус 4. И очень многие отписываются, что заморозки прошлись у многих регионах, и уже побило те рассаженцы, которые высадить успели люди. Хорошо, я еще не согрешила. Ну, у нас тоже ожидается на днях, и все ходят и переживают. Вот, цветет яблонька, цветет там вишня, и все это морозом ударит сейчас. Да, сосед тоже говорит, чтобы сделать. Ну, ничего не сделаешь, как можно укрыть все деревья? Погода есть погода. Да, в общем, что я хочу сказать. Мы сейчас едем на работу, но у нас сегодня день такой. Какой? А, сегодня же праздник. У нас сегодня праздник. У нашей семьи праздник. У Сони сегодня Соне 14 лет. Ура! И паспорт получает человек. Все. Я спала всего 3 часа, потому что торт мы с Катей нашли, какой хотели сделать. И как раз там паспорт на торте. В общем, сейчас пару фотографий мы покажем. И он мне никак не получался. Я уже все сдалась. И тут Тёма пришел, меня поддержал. Спасибо тебе. У нас как бывает? Сказал, да ладно, не надо его делать. Нет, наоборот, я уже смирилась с тем, что не получается, будет без вот этого вот паспорта. Тём такой, подожди, сейчас. У нас как бывает? Когда я сдаюсь, он меня поддерживает, мы идем вперед. Когда он немножечко так это, я говорю, так, сейчас все будет. Главное одновременно не сдаваться, и все будет отлично. Да, в общем, Соня день рождения, мы отметим в другой день, потому что они сегодня в школе. Я даже не знаю, мы, наверное, не будем это снимать, потому что у нас Соня такая стеснительная, она пока не хочет. Руки потом ее покажем, когда она на синтезаторе играет. Да, в общем, едем на стройку. Да, ну, в принципе... Что сегодня там будем делать? Ой, много чего делать. Я вчера блоки уже начал класть, и до 11 ряд готов. Короче, продвигается у нас все быстрее и быстрее. Да. Вообще, лучше покажем, что мы будем пока делать. Пока Валя рука не отсохла совсем, поехали на стройку. Накачалось, да. Утро, как говорят, добрым не бывает, но для нас оно очень даже доброе сегодня. Потому что мы подготавливаем самую большую площадь для отсыпки. Сюда будет под глина и песок опять же засыпаться. Надо все это убрать, все демонтировать и приступить к работам. Нас спрашивают, где Вартан? Куда пропал? Все спрашивают? Дом снимаем, а Вартана нет. Вартан только приехал. Вартан вот он здесь. Вартан спрашивает, из чего у нас будет крыша? Крыша из газобетона. Мы решили, в смысле, да, ну, стропильная система деревянная вся. Потолок. А обшивать, в смысле? Ну, потолок у тебя деревянный будет. Да, а как еще по-другому делать? Доски. Ну, может быть, ты цинкарь закажешь блочный и поставишь. А я не знаю, что такое. Обычная стропильная система. Дома строят из панели. Обычная стропильная система, дерево. Или будешь заливать бетоном весь потолок. Хорошую идею вы подкинули, но может переделаем что? Вот бетонная, монолитная? Нет, обычная железобетон. Кто-то говорит. Они тяжелые, правда, 6-метровые. Да не, нам нормально. Нормально? Как вы поживаете? Как-то ничего, вы... ничего. Поздно приехали. Да, поздно, у нас там дел куча. Все уже приехали, ты все уже заранее. Какой-то разбой идет, выходных и прочих, да? И до первого отдыхаешь, а потом... Разброс. Да, 3 дня работаешь, а потом опять... Вот сейчас еще 3 дня рабочих.
Понимаешь, а потом 5-4 дня выходных. Мы вчера этот же приходил, Жорик же. Да. Мы там рассказываем, такой, а мы, говорит, все знаем, отец, говорит, все смотрит, каждый эфир. Конечно, смотрим. Что здесь новость рассказывают, все сами знают. Только нас и всех деревенских каналов. Да, конечно, слушай, все мои уже смотрят. Как только, ну что, говорят, там твои ничего не кинули. Ну, в Телеграме они уже, в Телеграме что-то у вас быстрее приходит. Приходит что? Чем в Ютуб. Одновременно. Нет. А мы в Телеграмы не выкладываем то, что на Ютубе у нас. На Ютубе она... Как, она тоже самая, Милка, смотрит в Телеграме, я на Ютубе? Оно с запозданием может приходить на Ютубе. Да, вот я тебя... Мы выкладываем, а через минуту... Я тебе об этом и говорю, в Телеграме быстрее выкладывается. Ну, это там быстрее у Ютуба так. Я говорю, нет, в Ютубе. Она говорит, я в Телеграме же смотрела. Да. Ладно, как Тёма сказал, сейчас будет длинный разговор, мы его снимать не будем. Да. Вот кто нас здесь ходит, наше отсутствие. Мурка, как тебя зовут? Пузатая, да там Мурка ходит. Ну, я ее Муркой называю, пузатая. Ой, она у нас там кучки оставляет, Тём. Смотри, вот я ее поймал на месте преступления. А я думаю, что здесь происходит? Мурк, все, ты в кадр попала. Понимаешь? Звезда ты теперь. Ты посмотри, ей даже не стыдно. Ага, она пописала и быстро закопала. А, нет, не под размер был. Ой, кошка, кошка. Ну что я вам могу сказать после обеда? На ускоренке вы, наверное, уже увидели, что у блоки я сложил на обе стороны смежные, длинную и короткую. И по фэншуй, естественно, поставил сначала угловые, но это еще вчера я поставил. Закрепил шнурку, и вот эта сторона будет первая, которую я хочу установить на клей. Здесь также стоят, ну, как обычно, в принципе, вот как ряды укладываются. Сначала кладутся угловые, потом натягиваются нитки, чтобы в одну линию все это установить. И что я вам могу сказать? Вот эти вот У-блоки, они легкие, 15 килограмм весят. И я попробовал их положить непосредственно с высоты. И вроде как должно все получиться. То есть мне не нужно никаких лесов с этими У-блоками. Я непосредственно с этого ряда же буду перемещаться туда дальше. И буду укладывать эти блоки. Они не тяжелые, я их удерживаю. Шпонь-шпонь, вот так вот наклей. И все. Я не знаю, сколько я сегодня положу. Максимально постараюсь за пару часов, что есть положить. Но буду очень доволен, если хотя бы длинная сторона у меня будет готова. Кто-то, кстати, переживал по поводу того, что надо еще внутренние делать армопояса. Так я и буду делать. И внутри вот на этих стенках тоже будут, соответственно, армопояса. Так что погнали, посмотрим, сколько я смогу за сегодня. Очень надеюсь, что все сделаю, что планировал. Судя по таймлапсу, прошел час, я положил 10 блоков. Неплохо, неплохо. У меня еще есть время, как минимум час. И, соответственно, половину вот этого ряда я добью.
У нас цветет черемуха, здесь такие запахи стоят. И я заметила, что к нам прилетели просто необыкновенные грачи. Они просто огромного размера. Почему-то у них голос Кати, и передвигаются они на двух ногах. Не могу никак этого грача поймать. Все, убежал грач. Мои ранние лилии уже отцветают. Вот где это вы видели, в мае цветущие лилии. Только у меня, наверное, красиво цветут, долго держатся, но уже, по-моему, отцветают. И потом мне сказали, надо их наполовину где-то срезать и на постоянное место их переместить. Ну, с горшка полностью землю так и туда в лунку убрать. Ну, красиво. Я надеюсь, они выживут. Очень красивые. Ну, уже все вот отцветает. Они сначала такие, как будто бы красные, потом такие рыжие становятся. И осыпаются. У нас на улице всего плюс 3. Сейчас собираемся и едем на стройку. Нет, ну я уже утеплилась, у меня сейчас опять будет кость широкая. А у кого-то прогнозировали заморозки, но мне кажется, у нас заморозков как раз не было, а в Москве снег идет. Да, в Телеграме много фотографий прислали, что в Москве снег. Я посмотрела по карте, вроде циклон должен пройти мимо нас. Ну посмотрим. А здесь уже стены такие большие, и когда заходишь в это помещение, уже ветра так не чувствуется. Вот в этом... помещение нам бы, конечно, еще нужно песка много. Но человек, который нам везет песок, у него машина сломалась, он на ремонте некоторое время его не будет. И чтобы его не стоять, не ждать, мы придумали такую штуку. Засыпали песок вот здесь вот посередине, сделали такой трап. И таскаем глину в большое помещение. Глину натаскаем. И надеюсь, что к этому времени починят машину и будут привозить нам песка, чтобы мы здесь все сделали как нужно. Так что вот, у нас сегодня опять глиняные работы. Пошли продолжать. В общем, быстрым образом кипиш у нас случился. Мы с Владимиром достаточно много всего здесь натащили уже. Чуть-чуть осталось. И к нам едет арматура. Так что сейчас отвлекаемся, выгружаем ее и продолжаем дальше. А еще сегодня позвонили, что все-таки песок скоро к нам приедет. Завтра-послезавтра. Так что мы думали, что у нас будет мини-отпуск, но мини-отпуск отменяется, так как и арматура едет, и песок приедет. Мы сами в это ввязались. Я надеюсь, слышно, потому что очень ветрено, поэтому я поворачиваю туда. Я говорю, клей не завел. Не ори. Ну вот так вот.
Что там нюхаешь? Твое это? Твое. Все твое. А, нет, что-то учуял, наверное, да? Самку учуял. Женщину учуял, да? Это тоже забираю. Так, Семен Семенович, голову. Голову убирайте. В промежутках между строительством дома, особенно когда такая погода, уже несколько раз снег выпадал, я пытаюсь навести в хозяйстве порядок. Решил как минимум почистить у кроликов поэтапно, у всех. Удобрить ежевику и крыжовник, которые в конце огорода у нас растут, специально для того, чтобы не мешали другим культурам, а то они очень сильно разрастаются. Так вот между кустами закинул удобрение. Я только козлят выпустил, потому что солнечная погода была. И опять налетели тучи, идет снег. Вот так вот. Наверное, козлят обратно надо. Либо ждать, пока они сами прибегут.
Они вроде траву едят. Доброе утро. Уже снег оставил вчера. Он еще кое-где есть. Посмотри, в общем, мы сейчас соберемся уже на работу. Животных покормили, я яйца собрала. Посмотри, ну, сюда. И что? Да ладно, а почему такое маленькое? Я не знаю, но очень похоже, как будто бы на перепелиное яйцо. Перепелка завелась? Нет, вот смотри, вот обычное яйцо, и у него цвет еще такой. Вот где еще белое яйцо вытащить? Может, это наш новый черный петух? В смысле, черный петух туда не ходит. Он просто под курицу просто хасит и все. Он отдельно ходит. Петуха, точнее, курица хасит. Нет, серьезно, вот интересно мне, почему такие маленькие яйца в этом у кур? Молодка занеслась. Там есть какая-то молодка маленькая прям. Она, может, отставала в развитии. Но это предположение. Я не знаю. В общем. Ну, у нас погода, как это, распогодилась, температура повышается, сегодня обещают уже опять 10 градусов, ну, после не знаю, сейчас снега ветер, и ветра. Ветер очень холодный, надо одеться хорошо. Ну, в общем, мы едем на стройку, полдня там, я думаю, и надо будет здесь, дело пойдет в том, что здесь есть... Работа не доделана. Да, цветочки поникли так, вот какие-то там деревья, надеюсь, ничего не померзло. Но снег лежит еще кое-где. А то мы на этой стройке застреваем что-то часто. Да, да, да. Валя, как это, как капуста. На майку шубу, на шубу майку обратно. Чего? Так выглядит у тебя как-то странно все это одето. Кофта, толстовка, безрукавка. А под ней еще там 33 футболки. Майка это уже другое, но не на шубу же. Но что, это зато комфортно работать, но прохладно что-то сегодня. Это май, у нас вчера в Телеграме там кучу этих картинок прислали, где на в огороде снег, но. Женщина в тельняшке с ведром картошки и пишет, ничего не знаю, пора садить картошку, там по колено снег, у нас походу то же самое будет. Ну посадили же. Под снег картошку посадили? Не знаю, холодно, ветер такой холодный, просто ужас какой-то. Нам на следующей неделе картошку надо садить, как минимум. Да, с понедельника по пятницу надо. Чик-чик. Да выделите полчаса, да и все, и посадите. Главное, чтобы погода выделила хорошую погоду, а то сейчас по колено снега, иди копайся там. Ладно, в общем, мне надо выровнять этот и... Мы наконец-то дошли до самой большой площади. Здесь также утрамбуем все, сейчас песочек накидаем, камешков, и все протрамбуем. И уже, здесь, кстати, уже высоко. Я вот вчера у блоки, когда клеил, я такой, ничего себе, здесь уровень повышен как минимум на 15 сантиметров. К нам технадзор приезжал, а мы не снимали. Никого не снимали, все проверили бетон, у нас B55, все отлично. Супер бетон, хватит на 300-400 поколений. А есть такой бетон вообще B55? Нет. Я сам только что придумал. Может быть и есть, я не знаю. Ладно, мы шутим, на самом деле, давай приступаем к работе, а то много болтовни. Люди не любят, это все перемотает. Им нравится, когда мы быстро работаем. Ну хорошо, ладно. Поэтому мы и гостей. Да не перематывайте, мы сейчас скажем что-нибудь важное.
Прокопали, да, вот. Uh-huh.